Как-то раз одной темной ночью мне не давала покой одна мысль. Я думал. Как бы звучал Цой подбитый Моргенштерна. Сука! Я встал, включил компьютер. Ну что ж, начнем. И начал искать акапеллу Цоя. Нашел, конечно, акапеллу не лучшего качества, так как в те времена не было интернета, и оригинальной акапеллы нету в интернете. Есть только вырезанная с помощью программ, но я ее все равно скачал. Нашел минус песни Ice и начал делать первый трек. Так. Так. Начнем. И спустя 5 минут у меня получился первый трек. Как бы звучала группа крови под минус Ice Моргенштерна. Я не отдам хлеб, я каменщик, работаю 3 дня, без зарплаты. Я не отдам, я голоден, эй, заберите свой металлолом. На одном треке я не остановился, потому что мне очень понравилось, и я решил продолжить. Как бы звучал трек Цоя «Пачка сигарет» под минус Славы Мерлов «Снова я напиваюсь». Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь день. Ну и как говорят, Бог любит троицу. Что, может попробовать кукушка? Одна из моих любимых. Писан еще не написаны. Сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе я жду тебя на выселках, ко мне лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, гори огня. Можно ложиться спать. Всем, кто посмотрел до конца, большое спасибо. Я надеюсь, что я никого не оскорбил и не обидел тем, что переделал Цоя под минус Алишера. Я сам вообще не люблю, когда Цоя переделывают там под какую-то трэп-музыку и вообще, когда делают на него ремиксы. Но просто я тупо лежал ночью, и мне вот так скакнула идея в голову, и я не мог успокоиться. И знаю, что в интернете такого нету, и хотел просто, ну, послушать, как это будет звучать. Да, это прикольно. Я не спорю, оригинал намного лучше, но это тоже необычно слышать, и если бы я это не сделал, вы бы тоже не услышали, наверное, никогда такого. Так что надеюсь, что никого не оскорбил. Всем пока, до скорых встреч. Если вам понравилась эта рубрика, пишите в комментариях. Пока. Сколько, скажи, кукушка.